Крымском федеральном университете прошла вторая междисциплинарная научная конференция с международным участием «Текст и коммуникация в пространстве культуры». Обсуждение темы конференции открывает различные перспективы в феноменах изучения культуры, начиная от этнической культуры и заканчивая художественным и прикладным искусством. Наши кафедры работают в русле как раз лотмановских исследований, и многолетняя заведующая нашей кафедры Диана Сергеевна Берестовская, профессор, 85-летию которой мы посвятили эту конференцию сегодня, она является одним из самых известных исследователей, которые посвятили свою работу вот как раз этому ракурсу. Совместно с учеными полуострова и материковой части России этот сложный вопрос изучают их коллеги из Казахского национального университета. Это университет крупнейший сегодня в Казахстане, национальный крупнейший университет. И такая дружественная нам кафедра культурологии и религиоведения, которая мы участвуем в их научных мероприятиях, а не в наших, потому что мы как раз движемся вот в таком едином русле исследования культуры. По результатам проведенной конференции планируется издание сборника тезисов и коллективной монографии, в которые войдут избранные статьи. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, пресс-служба Крымского федерального университета.